И свет, кажется, выключили. А может, не выключили. Мой 150 рупий. Сначала химией обрабатывают, потом под давлением просто водой, потом тряпочкой протирает, потом пену наносит, опять тряпочкой протирает, потом смывает струей воды под давлением, потом протирает насухо. Прям лучше, чем машину. Помыл. Сейчас будет влагу снимать. Все, помыли моего касатика. Едем встречать закат со стримом. Заходите на стримы. На чистеньком. Ох, такой чистенький, новенький, страшный. Посмотри. Пора уже парковать байк, да. Гляньте какой. Не надо. Гашиш, говорит, бери. Закатище у нас здесь происходит. Сюда. Офигеть. Ее убило, наверное, или что? Им залетайте. До свидания. Лайк, репост, подписка. Ссылка на донат в описании.
Ай. Каких-то новых завезли, негритосов. Две маленькие, симпатичные были.
Доброе утро, сегодня 8 марта 2024 год. Хотел сказать, как тут хорошо, красиво, вроде и хорошо, и красиво, но не очень. Вот это вот они начинают уже костерчик жечь с утра. Специально меня, наверное, выпроваживают. А так-то утро такое прикольное, томненькое. Утром классно, свежо. Ночью вообще классно, прохладно, катаешься, кайфуешь. Не душно. И утром вот 9 утра. Офигенная погода в 9 утра. Лайк, репост, подписка. Ссылка на донат в описании, ребят. Короче, мои хозяева удивляют. Они, казалось бы, там не причастны, но каждый день встречают. Ты когда едешь, спрашивают, что, куда. Посоветовали мне не в 6:30 с Арамбольской бастенда ехать в этот Маргау или куда-то там и в 11:20 поезд. А сказали, в Пернеме будет останавливаться поезд в 12:20, в 9:30. В 9:30 сказали, жди здесь. Подойдет автобус 15 километров до Пернема. Я подъеду, и там у меня будет 2 часа найти. Поезд стоит 2 минуты. Найти свой поезд. Все, люби, здоровья, счастья, всем пока, переживаю. Жалко микрофон оставлять, но уже, блядь, не знаю, куда его ложить. Очень все туго. Микрофон оставляю здесь. Надеюсь, сюда приеду ради микрофона 2000. They will drop you. You go by walking 100 meter railway station. From road to railway station. 100 meter. Многодетный отец? Да, ну все равно они рады забрать кого-то другого, я думаю, чем русского. Сейчас же видишь, забирают всех подряд. Ты не поедешь пока или поедешь? Ну я август собирать, потому август. Что мне надо документом заниматься. Документы. Ясно. Ну мы еще увидимся, я думаю, здесь. Я приеду сюда. Приятно было, всего доброго. Марио, взял у Марио номер телефона, тот, у которого трое детей, повестка пришла в Россию. Ехать, не ехать. Кто-то советует ехать, кто-то советует не ехать. Я бы не советовал. Он мне говорит. Что он мне говорит? Така санг. Директ рейлвей стейшн ар дева мунан. То нале пид не дева дела, така дусри бас куру жу. Тебе надо сразу на это, на поезд, это, остановки. Ну, автобус идет прям до поезда остановки. Так были бы сволоки чарунги. Сказать, наверное, чтобы не выходить на общую обстановку. Он дальше чуть-чуть едет. Мапса выйдал ты, хайвей чана выйдал ты. Хайвей чана выйдал. Мапса самаз вот она, мы мапса то выйдал ты. Мапса выйдал, ну, дал тенка директ рейлвей стейшн, а стопор хайвей чан девани, антай чор. Но если вот автобус уходит, который отсюда, это автобус с Кади, мне надо это, поезд, остановка. Остановка да. На поезд. Тебя будут пролить, и оттуда надо пешком ходить. Я понял. 100 метров, он говорит. Ну его брат сказал, 100 метров. Да. Автобусу сказать, пусть везет меня прям до ЖД-станции. Да. Понял. А он разве не едет до ЖД-станции автобус? Не. Они прямой дорогой едут. А, ну а скажешь, чтобы он остановился, я вышел и пошел. Да, и пошел там. Ну там, пешком. Понял. Мне трени уча были анонс картали мансангдака. А там будут это сказать, когда поезд. Это вечер, то лайнинг до вечер магазин. Там писано будут. Ну я понял, да. А там... у тебя билет есть? Это? Да. Train will wait for only 1 minute, да? Намасте. Понял, мы сначала едем в Арамболь, сейчас он тут развернется, людей насажает и поедет в Мапусу, а мне надо выйти на Пернем Рейл Стейшн. Сдаем задом, разворачиваемся. Автобус пустой, сейчас, наверное, заполнится.
развернулись и поехали. Прощай, мой дом. Думаю, одна из прикольных профессий — это собирать деньги в автобусе, общаясь с разными людьми, двигаясь. Красивый семейный ресторан and bar. Еще ехать 5 км. Слоны красивые. Живых еще, кстати, ни разу не видел. Это, как я понял, наверное, пернемская станция авто. Ну а мы поедем дальше на ЖД. Вот он, мой автобус, мой первый индийский автобус. Араболь Пернем Мапуса. Вот как он выглядит. Что заметил, индусики не курящие. Вот основная масса не курящие. В курортном месте, видимо, бухают там и то не сильно курят. Вот здесь вот все сидят. Ни одной пепельницы, ни одной мусорки, ни одного курящего. А зато вот мусорки стоят, как я хочу, чтобы у нас стояли в Арамболе. Как помогать, если случилось ДТП? Мини-рыночек, и даже вода бесплатная, представляете? Хочешь водички попить, вот попей. А это мини-рыночек. Куда идти, да? Ой, гости. Thank you. Фух. 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 Мой автобус уходит. Плавание. Вот и она. Это станция. Ну, паркинг. Там была по улице дорожка какая-то. Попробую. Здесь. Вот так это выглядит. Мне здесь нравится, пахнет едой. Представляете? Почему, непонятно. Ну, тут, может, есть какая-то еда. Фух. Водичка, пожалуйста, везде есть. Водичка. Стаканчик. На цепочке. Можно купить. Туалеты. Wait, да, like 20 minutes. Sir, give 11 minutes. Okay. Yes, this is the account. This one. Yes. Thank you. Okay, okay, understand. Встретил друга. Thank you. Русский, да? Русский. Точно? Да, привет. Как самочувствие? Спасибо, хорошо. В кафе парнишка работал, едет домой, я с ним еду домой тоже. YouTube блог. Видео, YouTube. Куда уходим? Куда уходим? Кандигар, да? Кандигар. Кандигар? Yes. А, со мной? С тобой. А ты тоже Кандигар едешь? No. А, no. Кандигар, we are Delhi. А. Delhi.
Ты хочешь Чандигар? Ищу одну есть там, Чандигар. Чандигар. Чандигар, yes. Со мной уходим. Ну, я работаю на Гоа много лет, 20 лет. В Арамболе? Нет? Арамболе, да. В каком кафе? Гекко. Гекко? Да. Слышал, видел. Как тебя зовут? Борис. Борис. Наверное, только Борис, не Ельцин. Окей. Не Ельцин, ладно? Не Ельцин, понял. Окей. Правильно, что-то я говорю? Правильно, да. Короче, не знаю, хорошо это или плохо, но как у меня все сошлось. У меня подмышечный кончился день в день. У меня шампунь, гель для душа кончился день в день. И у меня интернет, который я на полгода оплатил, кончился день в день. Представляете? Кончился день в день. И автобус, на котором я еду в этот, на эту станцию ЖД, останавливается около моего дома прям. Это просто какой-то трэш. Ну как, и вот ребята встретились. Половина русские, русские знают, мне там в комментариях пишут, как же ты без русского? Вот кафешки ребята едут, тоже едут домой, и едем мы почти все время с ними вместе. Это уникально, это обалденно, это прикольно. И хозяева мои, и в автобусе люди спрашивали, еще, говорит, не твое время, не выходи, попозже выходи. Я в шоке. Вселенная, я тебя люблю тоже. В Кандигар, ребят. Советуют распечатать тикет. Yes? Распечатать надо, да? У меня электронный тикет. Надо распечатать принт, но у меня электронный тикет. Не знаю. Не, показывай вот это, все. А, в поезде, да? Удивляет, тут даже вентиляторы. На ЖД-станции, на улице вентиляторы, представляете? Проверим туалетики. Чистый туалетик. Очень чистый туалетик. Можно помыть даже вот платочек свой помыть. Мыльца, правда, нету, но то я уже сильно обнагрел. Сейчас полотенчик, платочек постираю, там жарко, высохнет на улице. Платочки наши все. Ку-ку. И все, и ты уже больше не заснешь, и будешь только на горы пялить. Потому что красотища удивительная, это дикость, когда смотришь, как, знаешь, как слои задирались, когда это так столкновение было. Крышка, обрывы такие, там прямо пальмы, обезьяны сидят. Удивительный мир контрастности и мир духа, мир Шивы. А вы первый раз? Я нет, Леша. Я первый раз. Первый раз, да? Угу. Мир чудных открытий. Да. Потому что там к Шамбале приближаешься. Вот, например, в Кулувели как раз недалеко есть Нагар, поселок, там Рерихи. И там я вот друзьям ездил и жил там напротив деревни, вот эта долина, это получается. И вот здесь Нагар стоит, а вот здесь деревня моего друга. И я у него там приезжал в гости, жил там, все, как бы весело. А потом приезжаем в Нагар, и смотрю, картина Рериха там висит. И я так смотрю, отсюда видно, что напротив же та Нагаря. Я смотрю на гору на нашу, вот эту халан, на эту картину. Я говорю, ты что? А он говорит, вот это прямо Рерих отсюда прям нарисовал нашу гору вот эту. То есть прям вот, я говорю, ты что, я живу в картине Рериха, сначала пожил, а теперь пришел в то место, откуда Рерих эту картину нарисовал. Я говорю, интересно, надо две стороны проживания осознавать. Вообще круто, прикольно. Да. Место вообще удивительное, там наполнено. И там присутствие Шамбалы прям вот реально. Прикосновение к какому-то духу, который выходит за рамки физического, материального. Такое аскезное место довольно-таки. Не, ну кому как, конечно, разное, нет. Я, мое восприятие, то, что я вот тут получал. Спасибо, интересно. Там сейчас Монолин немножко прохладненько. Нормально, я посмотрел, 9. Комната ожидания. Прикольно, люди. Им только женская, что ли, непонятно. Да, не, это мужская комната ожидания.
Электричка, все заглушено на кондерах, походу. Прикольно. А вот видели переходной мост. Это значит, пришел паровоз. Маргау Чандигар. Задержался на 20 минут. Удивительный момент. А2 у меня. А2. Нет, а ту, вот, эй ту. Yes. Sorry. Так, ту не ту. Friend. А вы my seat. Вот. Кочене. Роман. Воронин Роман. Кочене. Кочене. Вот этот двочный. This English, да. Waiting list. Not confirm. What is it not confirm? Your ticket is not confirm. Waiting list. What is it? What? This is English, my friend. I don't understand. I don't. This is in English. Electronic reservation slip ERS B2C AS2. Okay. Where my сид, сейчас подожди. Again, my wagon A2. Where A2? AC. A2. Yes. Вот это? Куда надо идти? Пипец, что он так долго? A2. A2. Окей, thank you. Sorry. Ку-ку. Ром, мы не на те места сели. На, привет. Сейчас мы кто-то сомневался. Следующий. Они, блин, тупые, они им тысячу раз. Я говорю, где мой вагон? Они не могут ничего понять. Вообще-то вместе